Последнее мое видео было посвящено развитию телеграм-канала и прочего, и я получил кучу, так сказать, там всяких отзывов непонятных. Друзья мои, речь идет о следующем, что сам телеграм-канал действительно является, ну скажем, активом, который может приносить доход. Он может стать источником дохода. И еще каким? Это нематериальный актив. Вот и что, о чем идет речь. Ну, насчет телеграм-канала я не могу сказать насчет своего телеграм-канала, потому что я его только-только создаю. А вот насчет YouTube-канала я вам могу объяснить, что такое нематериальный актив в виде канала, в виде средства связи. Что это такое? Ну, смотрите, вот у меня YouTube-канал, вы его видите, вы сейчас находитесь на моем канале. И вы видите, что перед каждым из моих видео, так сказать, выходит реклама какая-то. Ну, она же не зря выходит, вы же понимаете, да? Она позволяет мне как-то перебиться. Как перебиться? Смотрите, у меня 50 тысяч подписчиков примерно. Тема финансы. Это очень важная тема и очень дорогая для рекламщиков. Поэтому реклама здесь стоит дорого достаточно. И вот эти вот ролики, которые проскакивают там, вы их можете, значит, просто пропустить рекламу, а можете просмотреть 30 секунд. Так вот, если вы просмотрели ролик 30 секунд, то мне капнет какая-то денежка. Если вы нажали на него, то мне капнет еще больше денежка. Так вот, таких денежек мне капает примерно $300 в месяц. Просто так. Я же для этого ничего не вкладываю. Теперь смотрите, $300 в месяц умножаем на 12 месяцев. Получается, нетрудно посчитать, $3600 в год. А теперь давайте прикинем, сколько надо положить денег в долларах. Ну, предположим, фондовый рынок под 10% годовых. Несложно посчитать, что... ну, я считал, короче говоря, получается, что... Такую же сумму денег будет приносить примерно актив в $50 000. То есть вот столько стоит YouTube-канал. В районе $50 000. И чем больше будет подписчиков, тем больше будет реклама, тем больше будет просмотров, тем больше он будет стоить, YouTube-канал. Поэтому есть смысл развивать YouTube-канал, например, да? А кто-то смотрит не YouTube, а ВК. И поэтому есть смысл развивать также ВК. У меня есть ВК-аккаунт, группы пока нет, но у меня ВК-аккаунт, и в котором я общаюсь с людьми. Там же они мне задают вопросы. И там же я с ними общаюсь. И у меня есть аккаунт в Фейсбуке, у меня есть аккаунт в Одноклассниках, у меня есть аккаунт в Телеграме, как вы понимаете. И сейчас я завожу новую сеть ТикТок. Я просто вот весь в сетях. И каждый из этих ресурсов помогает мне находить сначала холодных клиентов, потом теплых. И ну, это входит в систему, это входит в продажу, это входит в воронку продаж. И все вместе это позволяет зарабатывать деньги. Все ровно то, о чем говорилось вот в тех видео. Поэтому не надо воспринимать это так вот, что там Юра продался и так далее. Здесь все достаточно разумно и серьезно. И на самом деле, смотрите, когда я начинал 6 лет назад, то получается, что ну, у меня не было денег, у меня была только мечта. И мне нечего было вкладывать, я просто брал и публиковал свои видео. Я их публиковал, вы знаете, 2 или 3 года просто впустую. Никаких просмотров не было, никакой монетизации не было. Потом, когда я набрал 1000 подписчиков, это было очень долго, 3 года, ничего, сказать, вот просто так.
в небо. Там 14 просмотров, 12 просмотров. Ну, я всем знакомым там рассказал, что вот я веду канал. Ну, они иногда посмотрят, иногда нет. Вот. Но когда число подписчиков перевалило за 1000, значит, включилась возможность монетизации, и мне стали приходить денежки. Там 4 цента, там 7 центов, что-то такие денежки, 11 центов. Они постепенно росли и выросли до 300, там, до, иногда до 500 долларов в месяц. То есть это тяжелая и кропотливая работа. Я ничего не вкладывал или почти ничего, но это тяжелая и кропотливая работа, которая в результате привела к активу 50 тысяч долларов. Ну, а речь идет о том, что такой актив можно просто купить и сэкономить вот это время. Вот, собственно говоря, коротко о чем шла речь. И таких активов много, естественно. Я сейчас создаю вот новый, очень интересный появился такая сеть TikTok. И я там создал аккаунт. Друзья, там... Меня часто критикуют за то, что мои видео очень длинные. Так вот, там нельзя поместить видео больше минуты. Я еще поэтому туда, потому что оно дисциплинирует меня. Оно, этот TikTok позволяет мне формулировать мысли, учиться. Поэтому я этим занимаюсь. И там коротенькие видео. Они очень интересные, они могут быть прикольные. Я очень прошу вас просто вот зайти на мой аккаунт на ТикТоке. Если у вас не установлен ТикТок, установите, подпишитесь на меня. Я вас уверяю, что я не буду там хохмить. Там те же самые как бы темы, но одноминутные ролики. И там как раз я ориентируюсь на аудиторию, пока еще у которой нет денег, это естественно, потому что, ну, аудитория ТикТока, она безденежная, поэтому и для чайников, поэтому все очень доступно и для тех, у кого нет денег, пока нет. Вот, ну, вот такие новости, такой мой ответ, такое мое объяснение моим предыдущим видео. Поэтому все-таки соцсетям я, наверное, все-таки буду иногда уделять внимание, потому что это важно не для тех людей, у которых есть деньги, может быть, да, а для тех людей, у которых нет денег. Да, это важно и для тех, у кого есть деньги, потому что сейчас особенно актуально, в период, когда коронавирус и самоизоляция, все поняли, что одним из немногих источников продажи, вернее, каналов продажи является интернет, и поэтому интернет надо развивать. Какой интернет? Коммуникации и Телеграм, и Инстаграм, и Фейсбук, и ВК, Одноклассники даже могут использоваться, тот же ТикТок, очень интересная сеть. И, но я фанат Ютуба, я им остаюсь и буду, наверное. Ну, вот так, поставьте, пожалуйста, лайк, спасибо за внимание и подпишитесь на ТикТок, ссылка будет внизу, там очень интересно, я вас уверяю. До встречи!